для меня человек, с которым я разделяю свою жизнь? Угу, каверзный вопрос, каверзный вопрос, да? Прежде чем селиться в дом, нужно его построить. Итак, когда ко мне обращаются с такими вопросами, как я могу узнать о его отношении ко мне, да, я говорю, что, ну, давайте проведем консультацию для того, что мы можем как-то увидеть перспективу. Первое, что я с профессиональной точки зрения пытаюсь выяснить, это насколько мужчина потенциально готов к отношениям. Это первое, что я выясняю. То, что здесь очень много таких, как бы, скажем, составляющих. Сегодня, когда я перейду к теме о мужчинах, вы поймете, почему. Тому этим вещам, которые я пропагандирую, свидетельствуют интервью женщин, которые 2-3 года были в отношениях, которые ничего им не обещали, и женщина уже готова была смириться, чтобы выйти из этих отношений, вдруг с теорией любви она строит отношения, благополучно выходит замуж, они уже делают свадьбу на каких-то островах, все великолепно, замечательно. Все просто благодаря теории любви. Просто она получила необходимые знания. И сейчас она об этом говорит, что их отношения, их любовь стала такая, что никогда даже на этапе романтических отношений не было. Потому что женщина получила знание, как удерживать отношения на долгие годы, причем на всю теперь жизнь. Теперь как он от нее уйдет? У него никакого шанса нету, потому что она знает, как держать эти отношения. Кстати, из интервью, помните, мужчина говорит, вот 2 года и прошло, и что теперь мне? Напрячься, себя выдавить, готов. Но как? Но как? Что мужчина может сделать? Женщина должна делать все, чтобы мужчину, так скажем, удерживать его внимание к себе и все делать для того, чтобы всегда было что в отношениях, мужчина сказал. Кто хорошо, внимательно слушал, уже не первый раз интервью мужчины, что должно в отношениях быть? Романтика, правильно, Маша, спасибо. Романтика и искра, искра, искра. Когда я поясняю, что женщина не случайно является хранительницей очага, на нашу женскую ответственность выпадает участь удерживать отношения в любви. Как ни крути, как на нашу участь выпадает рождение детей. Но, собственно, здесь все завязано. И я на своих вебинарах это все объясняю. Мой не захотел пойти к психологу. Послушайте, Татьяна, вы, видно, первый раз у меня на этой встрече. Пожалуйста, я вас умоляю, не пытайтесь мужчину затянуть на душевный разговор к психологу, чтобы выяснить, любит ли он вас. Вот посмотрите, как вообще нелепо звучит ситуация, когда мужчина, как маленький мальчик, школьник, нашкодничал, и его вызывают к директору школы. Поймите правильно, психолог не мамочка для вашего мужчины, которая может ему сказать: «Ах ты, шкодный мальчишка, ты почему разлюбил девушку, которую выбрал?» Я не раз говорю и не устану повторять, что не пытайтесь мужчину поставить и, так скажем, устраивать собрание с мужчиной и, так скажем, тыкать ему носом в его несостоятельность оставаться в ваших отношениях. Не это мужчине нужно. Мужчина сделает все ради вас. При каком условии? Каким должны быть условия,
чтобы мужчина делал то, что нужно вам. Никто не знает. Если будет бояться меня потерять, правильно? Если будет любить, если будет вас любить, и ему и не надо никакого психолога, и мужчины, какой психолог? Я что тебе, псих какой-то? Мужчина не может позволить никому встать над ним и сказать: иди люби вот ту женщину. Она богатая. Отношения – это определенная система, как мужчина сказал в своем интервью, и в которой и мужчина, и женщина нужны друг другу. Нужны друг другу. Вот эту, так скажем, потребность нужно через отношения в мужчине воспитывать. Это то, что я даю в знаниях теории любви. Поэтому, смотрите, вот когда один вариант, отношения состоялись из романтических, женщина знает, кто я в отношениях, с чем я выхожу в отношения. Это очень важный момент, все как-то думают, что я знаю себя, я лучше всех знаю себя, ничего вы о себе не знаете. У меня постоянно, значит, страницы писем от женщин, которые в рыданиях присылают мне на первую мою аудиолекцию «Умная, красивая, но до сих пор одна». Просто, говорит, открывается потенциал. 6 страниц на одном дыхании женщина сидит, пишет о себе, потому что она открывает себя и понимает, что я-то думала, что вот это я, а я-то, оказывается... Вот она я. Вот эти вещи нужно понимать, с чем я выхожу. Я должна знать, кто мой мужчина, правильно? Кого я выбираю? Не, извините, не лишь бы какой. Опять-таки, очень двойственное понятие, кто мой мужчина. Нам нужно знать, с кем я вступаю в отношения. Если я знаю, с кем я вступаю в отношения, если я знаю, как строить эти отношения, к чему приведет наш союз? К чему приведет наш союз? Как вы думаете, что можно ожидать от этих отношений? Если я знаю, кто я знаю, кто мой партнер, я знаю, что делать с ним, чтобы он любил. Не примите мои знания как манипуляция. Мужчина каждый потенциально влюблен в нас. Он любит всех женщин. К любви. Да. Приведет к взаимоотношениям и крепости союза, и стабильности отношениям на долгие годы. Вот к чему приведет наш союз. Теперь другая картина. Женщина, я, как вы это вы в данной ситуации. Вы знаете себя? Вы не знаете себя, кто я в отношениях, как меня видят, как меня воспринимают, что с меня читают, как я в эфире вообще. Я знаю, что я хорошенькая, ну а как оно? Как они меня видят? Потому что иногда мы смотрим свои фотографии и думаем: о, это что, я? Я не думала, что я такая. Или видео снимаем, а потом думаем: ой, кто это там? Я как не ожидала себя видеть в таком виде, да? Вот, то есть оказывается, что мы ничего о себе не знаем. И если вы вступаете в отношения и не знаете с кем, кто ваш партнер, может он вообще не способен дать вам то, что вам нужно, да? И вы не знаете, что с ним построить, какие отношения, как удерживать их, как регулировать их, как управлять отношениями, как понимать, что с вашими отношениями происходит, потому что любовь не бывает раз и на всю жизнь. Она бывает, если вы знаете, что за этим стоит. Но если вы не знаете, что за этим стоит, как бы вы по течению движетесь.
я для того, чтобы визуально вам предложить, как оно выглядит, вот эта система между мужчиной и женщиной, мужчина и женщина, я предлагаю такой вариант. Смотрите, любовь — это некая такая система, которую можно обрисовать в визуальном таком, в визуальной картиночке. Любовь – это рельсы, по которым движется трамвайчик. Трамвайчик – это мужчина, в котором сидит водитель. Водитель – это женщина, которая ведет трамвайчик. И если трамвайчиком эта женщина управляет умело, то все счастливы. И трамвайчик, и рельсы, и сам водитель с ветерком едет, волосы развиваются, и сам трамвайчик катится по своей определенной намеченной дорожке. И все весело, и приятно, и замечательно, и все класс. Поэтому я хочу, чтобы для вас был понятен, понятна система взаимоотношений, понятна система, в которых я, он и любовь, и что за этим, и как это вообще должно жить. Итак, мы переходим к теме продолжения дискуссии о мужских приоритетах. Если нет вопросов про трамвайчик, мы продолжаем нашу дискуссию и говорим о мужчинах. Мужчины, трое, проводят время где-то, я не знаю, в баре или в пивной. Дело в том, что разговор о женщинах заводит первым тот...